Есть у меня в пользовании старая книга, такая старая, что аж 61-го года выпуска. Я решила сшить для нее обложку, чтобы хоть как-то защитить книгу. Для обложки я буду использовать вот такие светлые ткани. Все размеры, по которым я сделала выкройку, указаны на картинке. При необходимости нажмите на паузу. Деталь для кармана, куда будет вставляться обложка, можно подвернуть или обработать зигзагом по одной длинной стороне. Приступим к сборке. Деталь, та, что будет внутри, кладем лицом вверх. Слева карман, тоже лицом вверх. Деталь, что будет сверху, кладем лицом вниз. С правой стороны располагаем резинку и закладку. Все должно быть внутри нашего бутерброда. Все детали нужно скрепить, чтобы при работе они не разбежались. Сшиваем все детали между собой, оставив отверстие для выворачивания. После того, как изделие вывернуто на лицевую сторону и все уголки расправлены, обязательно нужно прогладить каждый шовчик. Далее еще раз прострочим, чтобы ткань не ерзала при использовании. Заодно и закроем отверстие, через которое выворачивали обложку. На всякий случай я еще проложила строчку, отметив примерный центр обложки. Вот такая обложка у меня получилась. При желании можно украсить обложку. Только заранее продуманный декор нужно пришивать к лицу обложки сразу после того, как вы вырезали детали с ткани. Такую обложку можно сшить не только для книг и учебников, но и для ваших ежедневников, дневников и тетрадей.